Всем привет! Канадский тренер Брайан Ортер рассказал, как пришел к тренерской деятельности. По окончании карьеры я участвовал в различных шоу на протяжении 17 лет. И это время пролетало так быстро. В какой-то момент я понял, что уже мне 44 года. Начались какие-то проблемы со здоровьем. И все вдруг превратилось в рутинную работу. Сесть на автобус, приехать в новый город, выступить, переехать в другой город. Я понимал, что у меня заканчиваются идеи, что я уже не нахожу впечатляющей меня музыки. В общем, переработал. Тогда-то мне и предложили работу в Торонто, где я тренирую по сей день. Мне тогда предложили возглавить отделение фигурного катания одной из школ, чтобы дать этому спорту в нашей стране какой-то свежий старт. Я колебался до тех пор, пока мой хороший друг, кстати, призер Олимпиады 1988 года в танце на льду, Трейси Уолсон, не сказала: «А что, если я буду тебе помогать?» Это был первый шаг к созданию своей команды. У меня ведь тогда вообще не было опыта. Я по шоу катался. А здесь дети, взрослые, расписание, нанять тренера, подобрать специалистов. Хотя все это уже история. Мы просто начали работать, и дело пошло. Кстати, моей первой ученицей была Ким Юна. Неплохое начало, скажу я вам. Было очень страшно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего вам хорошего. До свидания.